Накануне главного праздника страны образцовый хореографический коллектив «Вояж» подготовил праздничную программу. Новогодние костюмы, необычные номера и герои волшебной сказки удивляли зрителей. К Новому году коллектив «Вояж» приготовил праздничную программу. Такие большие концерты с участием всех воспитанников проходят в нашем городе дважды – перед летними каникулами и в канун новогодних праздников. Сегодня наше представление, естественно, посвящено предстоящему самому прекрасному празднику – это Новому году. И номера, соответственно, тематические. В данном концерте принимает участие все от 3 лет и до выпускников нашего коллектива. Все-все абсолютно детки. В музыкальной сказке, которую представили зрителям, Баба-Яга и темные силы украли часы. А без боя курантов Новый год не придет в дома жителей. На сцене развернулась целая история о том, как часы возвращали на место. Главные персонажи – ребята из коллектива «Вояж». На отчетных концертах коллектива «Вояж» всегда аншлаг. Зал полон, свободных мест нет. Каждый номер – бурные овации. Руководитель коллектива Татьяна Ястребова на концертах всегда волнуется за своих воспитанников. Каждый номер оттачивается месяцами репетиций, и хореограф переживает за выступление. Но надеется, что зритель непременно останется доволен праздничной программой. Я хочу поздравить всех знакомых, друзей, родственников, родителей моих воспитанников, самих моих вояжевцев, в общем, всех рассказовцев с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. Ирина Птуха, Алексей Горелкин, новости ТВ Рассказово.